А в Никарагуа главная политическая кампания завершена. На всеобщих выборах победил действующий президент Даниэль Ортега. Об этом сегодня объявил Высший избирательный совет страны после подсчета 99,8% голосов. Для Ортеги переизбрание на высший пост стало уже четвертым по счету. Его партия собрала более 72% голосов. С победой на выборах Даниэля Ортегу от имени белорусского народа и себя лично поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в развитии всесторонних связей с Никарагуа, поиске новых форм сотрудничества в торгово-экономической и иных сферах.